Более 150 медиков военного госпиталя получили первую прививку от коронавируса. По словам руководства учреждения, это 60% от всего персонала. Остальные 40% или переболели менее полугода назад, или пока не дали согласия на процедуру. Медики получили вакцину «Ковишилд» производства «AstraZeneca». Нам надо выщепливаться, чтобы был коллективный иммунитет. Чтобы разрубился коллективный иммунитет и потом уже працювать. Військові завжди, вони повинні бути першими, вони повинні показувати приклад як цивільним своїм колегам, так і військовим. На помощь медикам в погонах пришли гражданские коллеги, именно их бригады, имеющие необходимое оборудование и опыт использования препарата, проводят вакцинацию. Военные должны лишь обеспечить явку личного состава. Они приезжают своим, скажем так, майном, своя бригада, то есть все відповідні, скажем так, вимоги по зберіганню і транспортуванню, вони совпадають, соблюдають. Вакцинируются также и волонтеры, которые опекаются ранеными на фронте бойцами. Несмотря на обострение ситуации на Донбассе, детский госпиталь пока не загружен такими пациентами. Однако работы хватает, говорят волонтеры. Инфекционное отделение по направлению коронавируса очень сильно забито. То есть за последние 5-7 дней достаточно большое количество военнослужащих было доставлено в госпиталь. Боевые травмы тоже есть. Вот сейчас в реанимации лежит парень с очень тяжелыми последствиями, то есть отложенными последствиями своих ранений. Вот сейчас, кстати, закончу с вами, я приду туда. То есть ну, все как всегда. Почти через месяц все вакцинированные получат вторую дозу, и только тогда можно считать, что человек приобрел иммунитет против китайского вируса.